Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Слушайте доктора. В эфире программа «Слушайте доктора», у микрофона Вера Власова, и сегодня мы говорим о донорстве крови. Насколько это нужно и важно, и что делать, если вы решили пожертвовать свою кровь. Об этом сегодня мы поговорим с главным врачом Кировского центра крови Андреем Тарасовым. Здравствуйте, Андрей Николаевич. Здравствуйте, Вера. И первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, о том мероприятии, которое у нас грядет 14 июня, Всемирный день донора. Насколько это важное событие и планы по мероприятиям в Кировском области. 14 июня – это Международный день донора. В данный день родился великий австрийский иммунолог-врач. Это Карл Ронштейнер. Он в 1868 году родился. И в первую очередь он получил Нобелевскую премию за то, что открыл группы крови. И поэтому очень важен как раз это родоначальник переливаний крови как таковых по совместимости, по группам крови. В этот день, Международный день донора, в первую очередь нужно поздравлять всех людей, доноров, которые сами стали... в этот день поздравляют и благодарят людей, которые безвозмездно сдают кровь для спасения жизней. И цель данного мероприятия – это привлечение как можно больше добровольцев для того, чтобы пополнять регулярно резервы банка крови. Какие мероприятия пройдут в Кирове в этот день? В данный день, именно 14 числа, в самом центре крови будет торжественная атмосфера. Любой человек, который придет, пожелает сдать кровь в этот день, сможет поучаствовать в беспроигрышной лотерее, получить сувенирную продукцию службы крови, узнать побольше о самой службе крови, о том, для чего это все делается, и получить определенные также поздравления в свой адрес. В этот же день в районах, так в Орлове, состоится тоже День донора, где каждый из сдающих кровь также получит сувенирную продукцию. Надеемся, что все пройдет хорошо и удачно. Я вот нисколько не сомневаюсь. Вот вы сказали, что поздравлять принято тех, кто кровь сдает. А сколько людей, вот есть ли такая статистика по Кировской области, по городу Кирову сдает кровь? Как их много? Да, на самом деле статистика ведется регулярно. И вот по 2016 году насчитывается по Кировской области порядка 21 тысячи доноров. Каждый из этих людей сдает как минимум от 2 до 4 раз кровь в год. Насколько это восполняет те потребности в донорской крови, которые существуют? Все потребности в компонентах крови на сегодняшний день удовлетворяются полностью. То есть количество доноров достаточно, то есть ведется огромная работа по привлечению доноров. И благодаря этому лечебные учреждения не испытывают нехватки в компонентах крови. И все нуждающиеся ее получают. Расскажите, пожалуйста, о тех людях, которые кровь сдают. Что их мотивирует на этот поступок? Кто эти люди? Как они пришли к такому решению для себя? В первую очередь... Доноры сами по себе – это люди, в основном это средняя возрастная категория. Это люди, работающие на промышленных предприятиях. Это те, кто желают сдавать, желают помогать людям и приходят для того, чтобы поделиться частичкой себя. Вы сказали, что это люди примерно до среднего возраста. А есть ли какие-то ограничения по сдаче крови? То есть кто может это делать? Какие ограничения есть? На сегодняшний день ограничения возрастной категории как таковой нет. То есть любой человек, достигший 18-летнего возраста, соответственно, и здоровый, может стать донором. При некоторых условиях, то есть это обязательно должна быть прописка в городе Кирове, либо в области. Если в области, тогда необходимо предоставить справочки от врача-инфекциониста, дерматовенеролога. То есть это в первую очередь инфекционная безопасность заготавливаемых компонентов крови. Если человек прописан не в Кировской области, может ли он сдать кровь? Если человек прописан не в Кировской области, он должен также предоставить информацию о контактах по инфекционным заболеваниям, предоставить справочки от врачей, либо иметь хотя бы временную прописку в Кировской области более 6 месяцев. Что значит информацию по контактам об инфекционных заболеваниях? Мы должны знать точно, что человек не проживает ни с кем и больным какими-либо заболеваниями, передающимися через кровь. Как он может это доказать? Это дается справочка врачом-инфекционистом либо в Центре гигиены и эпидемиологии.
То есть врачи из центра гигиены выезжают на место и уже смотрят, да, в каких обстоятельствах живет? Нет, сам донор подходит и получает справочку о том, что он не состоит на учете у врача. И те, с кем он проживает, также не состоят на учете у данных врачей. То есть эта справка дает 100% гарантию, что кровь, которую он будет сдавать, будет чистая? Эта справочка дает гарантию того, что он не проживает с больными. А дальше он проходит достаточно масштабное обследование, благодаря которому и можно сказать, что инфекционная безопасность обеспечена. Переливаем компонентов в крови. Ну, в первую очередь, обследование донор. Есть два вида обследования. То есть первое обследование – это донор, который проходит перед кроводачей, и то обследование, которое в момент кроводачи, то есть непосредственно после кроводачи. Поэтому любой пришедший первый раз человек, он в день сдачи крови может только сдать анализы на обследование и пройти к медосмотр. На основании вот этих данных на следующий день он может подойти и сдать уже кровь как таковой, то есть проходя более тщательное обследование. То есть он приходит и дает анализы, потом проходит медицинское обследование врача-трансфузиолога, кто дает, в свою очередь, допуск к донации крови, либо компонента крови. После того, как донор сдал кровь, у него берутся также еще дополнительные анализы на все гемотрансмиссивные инфекции, то есть инфекции, передающиеся через кровь. То есть, если что-то могло туда ему в кровь попасть, вы об этом непосредственно узнаете сразу же? Да, конечно. То есть, если человек болен или что-то может нести какую-то инфекционную опасность, его кровь выбраковывается и не подлежит выдаче в лечебную сеть. Подробнее расскажите, пожалуйста, об анализах, которые сдаются до первой сдачи крови. То есть, на что проверяют пациентов? Значит, перед тем, как сдать кровь, донор приходит, у него берется это, проверяется группа крови, определяется его резус-фактор, определяется непосредственно уровень гемоглобина. Также проверяем на маркеры гепатита Б данного донора и проходит обследование врача-трансфузиолога. То есть это спектр, который позволяет судить о его состоянии крови. А уже остальные инфекционные заболевания смотрятся после того, как он осуществился непосредственно кроводачу. А почему после? Непосредственно в момент кроводачи набираются пробирочки, то есть именно в сама донация, что он не заболел накануне где-то, и он здоров. Это нужно делать именно в сам день и в саму, во время самой процедуры. Мы поговорили о нижней планке возраста, это люди, достигшие 18 лет. А что касается верхней планки, то есть до какого возраста кровь можно сдавать? Ну, ранее был возраст ограничен. На данный момент некими законодательными нормативными актами это не ограничено. Поэтому верхней планки такой нет. Главное, чтобы человек был здоров, и у него не было хронических заболеваний. Да, и о тех обследованиях, которые вы перечислили нам, они проходят именно перед первой донацией, перед первой сдачей крови. Впоследствии, если донор систематически сдает кровь, как часто у него перепроверяются данные? Каждый раз перед кроводачей, донор приходя, у него всегда перепроверяется группа крови, резус-фактор, уровень гемоглобина. Это всегда это постоянное обследование непосредственно перед донацией. А для чего каждый раз в день донации, то есть он именно в этот день донации, перед тем, как зайти в операционную, он вот данные анализы делаются. То есть они регулярно проверяются. А для чего перепроверять группу крови и резус? Разве они могут меняться? Ну, это в первую очередь все равно защита. Еще раз перепроверять. То есть есть ситуации, скажем так, неоднозначно. Расскажите, пожалуйста, о процедуре сдачи крови. То есть мы поговорили о предварительных анализах. Как это проходит? То есть человек приходит в центр, и что с ним дальше происходит? Ну, сама процедура непосредственно донации. Так, значит, донор приходит к нам. В первую очередь он попадает в регистратуру. В регистратуре он получает карточку, получает анкету. Заполняет эту анкету, отвечает максимально открыто на нее. То есть там подписывается, что все заполнил верно. После чего он направляется в лабораторию, где сдает анализы. Уровень гемоглобина, вот, группа крови, резус-фактор. После лаборатории он направляется на осмотр к врачу. Врач осматривает, проверяет на наличие противопоказаний и направляет донора в операционную, где проводится донация крови, либо компонента крови. Сама донация крови занимает в среднем от 5 до 12 минут. Если это донация плазмы, то может занимать до часа. Во время донации, то есть донор находится в специальном
кресле, которое позволяет придать то положение человеку, в котором ему будет удобно и комфортно. Постоянно находится под постоянным наблюдением медицинского персонала и достаточно активно и быстро сдает компонент крови. После чего проводится перевязка, и донор уходит непосредственно обратно, возвращается в регистратуру, получает справочку на дополнительные дни отдыха. И если отказываться от питания, то получает денежную компенсацию на то, чтобы восстановиться после донации. Угу. Расскажите, пожалуйста, вот о сдаче крови и плазмы. Для каких нужд, для каких целей они идут? То есть, нет, донации самой крови и плазмы, то есть это в первую очередь обеспечение лечебных учреждений компонентами крови. Переливаются компоненты крови по показаниям. Строгие показания существуют, то есть это нехватка данного компонента крови. Нехватка может быть в результате какого-либо это острого, то есть это может быть травма, может быть это онкологические заболевания крови, может быть это шоковое состояние. Ну, достаточно большой перечень тех показаний, при которых показано переливание компонентов крови. Но всегда каждый врач знает, что лучшее переливание крови – это то, которого удалось избежать. Но если есть необходимость в компоненте крови, ее ничем другим перекрыть нельзя, поэтому обязательно проводится переливание. Расскажите, пожалуйста, теперь про выходные дни, которые, вы сказали, донор получает. Да, то есть каждому донору дается 2 дополнительных дня отдыха, то есть которые он может на свое усмотрение, скажем так, для восстановления сил потратить. То есть это сам день донации и дополнительно любой день, можно следующий, либо какое-то в другое время ему работодатель обязан предоставить его. Пишите, пожалуйста, ощущения донора после сдачи крови. То есть, наверное, есть какая-то разница, находишься ты на процедуре 15 минут, как в случае сдачи компонентов крови, либо час. Есть ли разница? И как человек себя ощущает? Ну, на самом деле, вот я сам, будучи донором, тоже я сдаю, потому что и кровь, и, соответственно, плазму, и там плазмафорезы. То есть каких-либо ощущений таких, чтобы негативных, плохих, этого не бывает. То есть всегда, сдавая кровь, этот укол делается в вену, то есть здесь болезненности какой-то нет. Сама процедура, она полностью безболезненна, комфортна. И пребывание, скажем так, в самом кресле тоже это достаточно комфортная процедура. Поэтому что-то сказать плохого нельзя, а хорошее можно много. Ну, головокружение, что-нибудь там, чувствуется ли потеря крови? Ощущается ли? Это ощущение, вот у меня лично не было никогда такого, но бывает, да, бывают ситуации, когда человек, например, утром не позавтракал, ну, завтрак должен быть, конечно, легкий, но жидкости тоже много не употреблял, то есть он пришел уставший, может быть, у него какая-то сессия, если это студенты, то есть стрессовые ситуации, и вот именно после донации крови у него организм, находясь сам в стрессовой ситуации, еще получает небольшой стресс, и человек, скажем так, ухудшается самочувствие, но это ухудшение только максимум, скажем, головокружение, как вы сказали, да, если вот такое может быть. В этом случае обязательно человек остается в своем кресле, то есть за ним осуществляется наблюдение, ему дается дополнительно, то есть он может попить и чай, может восстановиться, и, скажем так, пока у него артериальное давление не приходит полностью в норму, он не приходит в себя, то есть его контролируют постоянно. Этого человека не отпускаем, и из операционной он уже не уходит. Но когда полностью пришел в себя, в среднем это занимает, ну, порядка, если у человека было какое-то ощущение, то есть головокружение, либо что-то такого, то, ну, в среднем 15 минут на его восстановление. Через 15 минут полностью приходит в себя и уходит спокойно, сдает. Ну, дальше ведет обычный образ жизни. То есть, если я правильно вас поняла, человек, приходящий на донацию, на сдачу крови, сам должен осознавать, как именно он себя чувствует. Если это стресс, невыспавшийся человек, то лучше, наверное, пропустить, не ходить, да, отложить на другой день, правильно? Да, то есть у нас есть в перечне противопоказаний, как таковое, например, это ночные смены. То есть если человек отработал ночь и пошел сдавать кровь, то есть это противопоказание, потому что как раз вот эти ситуации стрессовые, они для него, ну, не очень хороши. Сдать, конечно, может, не сказать может об этом, то есть, ну, для организма, конечно, нежелательно. Расскажите, пожалуйста, как ведется работа по привлечению доноров, вот именно на первичную сдачу крови?
Ну, на сегодняшний день, на самом деле, это большая, скажем так, задача, чтобы приходили ряды доноров, обновлялись. И в то же время, кроме обновления, необходимо, чтобы эти люди еще и возвращались к нам регулярно. Потому что компоненты крови, вот как я говорил ранее, заготавливаются такой компонент, как плазма. А доноров крови тоже у нас заготавливается, так как кровь разделяется на компоненты. И один из компонентов тоже это плазма. И вот данный компонент крови должен пройти карантинизацию. Он закладывается в банк плазмы крови. И не менее 180 суток он находится непосредственно на хранении. И только через полгода донор снова приходит, сдает анализы. Если эти анализы хорошие, его компонент крови от него заготовлен, то есть плазма полгода назад выдается в лечебную сеть. Поэтому очень важно и работать над тем, чтобы люди не просто один раз пришли, сдали и ушли, а чтобы они к нам еще раз вернулись. Вот для этого, в первую очередь, это мы создаем комфортные условия для самого человека. И вот на сегодняшний день над этим достаточно серьезно работаем. То есть система информатизации, она сейчас по всей области представлена Кировской. То есть у нас информатизация во всех больницах также есть. То есть это электронные очереди и все. То есть вот у нас центр крови тоже непосредственно здесь имеет свои позиции. То есть уже с прошлого года, с октября месяца у нас была организована электронная очередь в кабинеты врачей. Далее мы организовали электронную очередь во все другие кабинеты. То есть это в регистратуру, это в процедурный кабинет, это в лабораторию. И таким образом любой человек, приходя к нам, минимально получают, скажем так, какие-то конфликтные ситуации друг с другом. В то же время одновременно у нас работает два сайта по записи доноров. То есть каждый человек, если он экономит свое время, он может записаться на сайте непосредственно к врачу, либо провести запись в регистратуру. Придя в это время, на которое он записался, он получает талончик, и в это же время у него загорается на табло, он подходит и без каких-либо промедлений сдает. То есть его нахождение этого человека в центре крови уменьшается минимально. То есть это он проходит только обследование, поднимается. Никаких очередей уже для него нет. Поэтому вот мы идем в этом периоде. Правда, еще не все доноры активно этим пользуются. То есть это больше как раз молодые люди используют. То есть кто использует активно интернет. Но каждому мы показываем. То есть каждый может этим воспользоваться. Параллельно с этим у нас непосредственно внутри учреждения организована запись. Каждый человек, который, выйдя после донации, может сам записаться на следующую донацию. То есть следующая донация, возможно, крови не менее чем через 2 месяца. Mm-hmm. Вот он может через 2 месяца подумать, когда еще придет, и сразу записаться и получить талончик, и прийти в определенное время. Это в то же время и ему будет напоминание, что необходимо подойти еще раз, сдать кровь и пройти обследование. Подождите, вы говорили недавно, что 180 суток должно пройти с момента первой сдачи крови, когда она... Да, то есть человек, приходя через 2 месяца, он сдает кровь. И вот так вот, если каждые 2 месяца он ходит, то компоненты крови начинают проходить карантин уже через каждые 2 месяца, получается. То есть через 6 месяцев пройдет карантинизацию, та, которая 6 месяцев назад. Потом проходит еще 2 месяца. Проходит та кровь, которая там через 2 месяца сдавалась. И вот таким образом мы получаем уже 6 раз в год карантинизированный продукт от этого человека. Но 6 раз мы не можем, так как максимальное количество донаций для женщин – это 4 кроводачи в год, а для мужчин – это 5 кроводач в год. Поэтому интервалы средняя как раз порядка 3 месяцев бывает. То есть человек, который приходит в первый раз, сдает кровь, она 180 суток находится на карантине, а дальше что с ним происходит, если он больше не придет, вдруг так случилось? Ну, значит, если донор крови не приходит повторно, то есть бывают такие ситуации, сама плазма крови, она имеет срок годности 3 года. Она хранится при температуре ниже минус 25 градусов, специальной морозильной камеры, и мы 3 года ждем этого человека. Если он не приходит, то данный компонент крови может быть забракован. Но есть еще дополнительная такая процедура, как инактивация вирусная. Это достаточно дорогостоящая процедура, но она возможна. Поэтому в крайних ситуациях при необходимости выдачи компонента крови проводится специальная инактивация вот этих микроорганизмов, всех вирусов в плазме. Плазма, которая данную процедуру прошла, полностью, скажем, на 100% не имеет никаких инфекционных, соответственно, инфекций, вибрионов, даже бактерий. Это в том случае, если срочно... Если человек не пришел, не планирует прийти, и у него редкая группа крови, которая на сегодняшний день нужна обязательно. Вот тогда данная процедура запускается, и компонент крови выдается.
А как вы узнаете, планирует он прийти или нет? То есть вы как-то с ним контакт поддерживаете? Да, то есть вот как раз работа в первую очередь по привлечению людей. То есть донору в момент сдачи крови обязательно с ним проводится собеседование, что он должен прийти и для чего это делается, ему объясняется. И обязательно через полгода сотрудники центра крови смотрят по базе данных. У нас единая база данных, то есть все сведения, все эти есть по каждому человеку. Причем каждый человек, приходя к нам, сам дает согласие на то, что мы будем его информировать о необходимости прийти еще раз. То есть, если он согласен, то через полгода сотрудники центра крови ему звонят по телефону и приглашают на донацию. Угу. Также, если появляется необходимость в его компоненте крови экстренно, также он приглашается. Угу. Нередко возникают, к сожалению, и появляются объявления о том, что срочно нужна та или иная кровь той или иной группы. Вот как в этом случае происходит процесс? Если человек никогда раньше кровь не сдавал, то есть его в базе нет, и вот он решится сдать свою вот редкую нужную группу крови, что будет? Нет, вот объявления, которые регулярно появляются, то есть необходимость той группы крови или той, то есть это в первую очередь необходимость такой вот в центре крови, ее не появляется. То есть заявки все полностью удовлетворяются всегда. И вот как раз всегда встает вопрос, вот где понадобилась такая необходимость. То есть это чаще бывает так, что сами родственники недопоняли врача, недопонимают. Угу. И сразу говорят, что необходимо переливание крови, они сразу начинают, скажем так, самостоятельно говорить, что надо сдавать кровь или что-то. Но лучше, соответственно, переливание – это как раз от постоянных, от кадровых доноров. То есть самое безопасное переливание, в первую очередь. И компоненты крови всегда есть в наличии. Экспедиция наша, то есть работает круглые сутки. И все заявки мы обеспечиваем в течение постоянного времени, то есть без права даже на обед, как таковой. Поэтому каких-либо вот таких экстренных ситуаций стараемся всегда избегать. Если появляется какая-то ситуация, на данный момент экстренная, всегда есть компонент крови, который сразу могут забрать и перелить. Поэтому такой сложности по вызову донора, она возникает только при некоторых компонентах крови. Скажем, это у нас концентрат тромбоцитов. То есть это компонент крови, который имеет срок хранения всего 5 дней. Поэтому его обеспечить запас в учреждении очень сложно. То есть это тоже дорогостоящий компонент крови, который заготавливается. Но вот как раз по концентрату тромбоцитов мы регулярно доноров приглашаем. То есть появляется заявка, мы приглашаем донора, он становится, сдает кровь и заготавливается от него концентрат тромбоцитов. В дальнейшем он проходит тоже вирусную инактивацию и выдается в лечебную сеть. То есть тоже полностью инфекционно безопасный компонент крови. Но срок годности всего 5 суток. Таким образом, Игорь Николаевич, постоянно база существует и постоянно пополняется. То есть практически не бывает таких проблем, чтобы срочно потребовалось тот или иной компонент, тот или иной группа крови. Компонент крови срочно бывает, конечно, требуется. Но я говорю, что он сразу же и выдается. Угу. Все лечебные учреждения в области, они имеют в своем также запас компонентов крови у себя в учреждении. Угу. Поэтому, если у них возникает такая ситуация, они в первую очередь расходуют свой запас, потом делают заявочку к нам в центр крови и пополняют свой запас. Вот за счет этого, то есть все отдаленные районы, они обеспечивают максимально кратковременный вот этот период. Появилась потребность, сразу взяли кровь. Потому что ехать издалека, конечно, занимает время. Но имея свой запас, они могут это обеспечить. Да, как раз давайте поговорим еще о Кировской области. Территория у нас очень большая. И вы упомянули о том, что 14 июня в Орлове будет еще организован пункт сдачи крови. В других районах производятся ли такие процедуры? Насколько это востребовано? Насколько люди готовы в других районах кровь сдавать? Ну, на сегодняшний день, да, на самом деле, наше учреждение работает регулярно, то есть в выездных условиях. Есть даже специальная выездная бригада, которая ездит, как минимум, это порядка 90 выездов в год. То есть половину недели они находятся в районах области. И, надо сказать, во всех районах очень хорошо отвечают доноры, они приходят. Также перед донацией проводится вызов людей, то есть всегда сотрудники центра крови звонят в любой район, так как там люди оставляют свои номера телефонов специально, и приглашают, что в такой-то день мы приедем, сможете ли вы подойти. Человек приходит, также без проблем приходит, сдает кровь, становится донором. То есть эти акции во всех почти районах области проводятся. Расскажите, пожалуйста, насколько востребовано и насколько люди, допустим, группами идут
корпоративно, коллективно? Насколько это вот сейчас, мне кажется, должно быть популярно, такое общее движение? Нет, движение такое есть. То есть на сегодняшний день пропаганда донорства, она не только на региональном уровне, она работает еще на федеральном уровне. Также, то есть привлечение доноров – это большая задача перед службой крови. Поэтому много программ разрабатывается, в которых могут участвовать и корпоративные, например, корпорации какие-либо. То есть, ну вот на сегодняшний день существует федеральная программа лояльности. Она, скажем так, вот только с этого года начала реализовываться. И ее первая очередь задача, то есть это призвать коммерческие структуры оказывать какие-либо, давать какие-либо скидки, может быть, какие-то возможности больше, чем у другим людям, для тех людей, которые сдали кровь. А в свою очередь служба крови дает возможность как таковой пиар-акции для этих компаний. То есть все вот эти массовые мероприятия, они освещаются обширно в средствах массовой информации, на интернет-порталах, в социальных сетях. И поэтому такое взаимовыгодное сотрудничество и привлечение людей, оно немаловажно также является. Плюс все, как вы сказали, да, корпорации, они приходят регулярно, сами сдают кровь. То есть нам непосредственно звонят руководители и спрашивают, можно ли к нам прийти группой, либо мы, может, к ним приедем сами. И люди станут донорами крови. Поэтому вот, буквально неделю назад у нас приходили федеральная служба судебных приставов, сдавали кровь активно, также у них донации осуществлялись. Здесь сдавали Руснедвижимость, вот буквально вчера приходили, сдавали кровь тоже. Поэтому вот такие клиенты, скажем так, ну, точнее, структуры, которые тоже отзываются и хотят, видимо, помогать людям, тоже им большая благодарность. Причем они также приходят ежегодно, то есть по два раза в год, и от них организация проходит, и выдача идет регулярно. Здорово, здорово. И, соответственно, и высокий процент очень из тех людей, да, кто постоянно ходит, вот, кто корпоративно первый раз пришел. Да, есть. То есть некоторые организации приходили корпоративно, а после этого люди просто приходят регулярно, сдают кровь. Да и причем они есть у нас в базе данных, поэтому мы им напоминаем тоже, что необходимо прийти. Если они приходят не корпоративно, а сами, пожалуйста, приходите, всегда будем рады. Андрей Николаевич, а вот расскажите, пожалуйста, ну, вы, наверное, тоже заметили, что уже несколько лет подряд происходит некое, ну, можно сказать, оздоровление нации за счет популярности отказа от вредных привычек, здорового питания, спортивного образа жизни. Насколько это чувствуется на ваших донорах? Ну, как таковое, скажем так, это чувствуется в первую очередь по количеству брака. Брак у нас ежегодно уменьшается, и объем выбракованной продукции тоже сокращается. То есть люди начинают вести более здоровый образ жизни и меньше заболевают. То есть количество отводов от донации также уменьшается. То есть люди... Отводы – это когда на первичной стадии? Да, то есть когда человек пришел, и вот он не подошел, он пришел там, сказал, что вот я болел, например, гриппом, да, и, соответственно, после выздоровления прошло менее одного месяца. Это уже временное противопоказание, соответственно, вот нельзя. А тут вот эти количество отводов таких, оно сокращается. То есть люди на самом деле становятся меньше, начинают болеть. А прогноз ваш на будущее, то есть эта тенденция будет развиваться, продолжаться? Ну, надеюсь, что будет все идти к лучшему, и количество отводов, браков будет сокращаться, и все будет выдаваться. Тогда давайте еще о будущем немножечко поговорим. Расскажите, пожалуйста, в связи с завоеванием новых технологий, новыми технологиями и медицины в том числе, возможно ли такое, что в один прекрасный год, да, тысячелетие, вот так случится, что мы сможем совершенно отказаться от донорства крови за счет вот именно новых технологий? Насколько это реально и возможно? Ну, на сегодняшний день это мало возможно, ну, потому что компоненты крови, вот именно, которые переливаются, их пока заменить, ну, невозможно. Еще не создано таких, скажем так, средств, которые их заменят. Либо частично могут заменить, но их стоимость колоссальна, и поэтому, скажем так, тоже не очень недоступна. Но потребность, я думаю, в компонентах крови, она будет всегда. Потому что как в незаменимом компоненте крови и спасающем жизнь. Экология как-то влияет ли на компоненты крови? То есть вот вы говорили, что отводов становится все меньше. Могут ли возникать и возникают ли какие-то еще дополнительные трудности, может быть, да, с которыми вот постоянно приходится центру крови сталкиваться?
там какие-то дополнительные вещества, может быть, или что-нибудь? Нет, перечень обследования, которое проводится для доноров, он утвержден нормативной документацией и, скажем так, ограничен. И вот в этот период, то есть выявляется только то, на что мы смотрим в первую очередь. Поэтому оцениваем именно по этим позициям. По этим позициям количество, скажем так, брака уменьшается. То есть количество больных, приходящих сдавать кровь гепатитом, скажем, сифилисом, ВИЧом, оно уменьшается. То есть люди приходят чаще уже больше сейчас именно кадровые, активные доноры. То есть те люди, которых мы регулярно проверяем, которые постоянно, и этот человек уже знает. И мы в нем уверены, что он ведет образ жизни достойный, правильный. И он становится донором. А в центре крови Кировском кровь и препараты крови поступают только на территории Кировской области или какие-то взаимодействия с другими регионами России происходят? Центр крови заготавливает компоненты крови. Препараты крови – это немножко другое. Mm-hmm. То есть здесь нельзя эти два понятия путать. Поэтому компоненты крови для всех учреждений области именно заготавливаются только в нашем учреждении. То есть центр крови и 6 филиалов в районах области, кто занимается и обеспечивает именно компонентами крови лечебную сеть медицинских организаций области. Поэтому обеспечение в полном объеме своих нужд силами именно области осуществляется. Никаких дополнительных привлечений из других регионов, компонентов крови или что-то, этого нет. Нельзя и не будет. А мы им отправляем ли кровь? Мы тоже никому не экспортируем. То есть все, что заготовлено от наших доноров здесь, это остается у нас же в регионе и выдается в лечебную сеть нашего региона. Ну что, наверное, на этом мы будем заканчивать. Еще раз давайте подрезюмируем. Если человек решил, хочет сдать кровь, что ему нужно сделать, как подготовиться? Ну, если человек решился сдать кровь, ему нужно прийти в центр крови и дальше действовать по инструкции. То есть нужно пройти обследование и сдать ее. И если решившиеся 14 июня захотят сдать кровь, соответственно, нужно прийти в центр крови, я так понимаю, что заранее, чтобы пройти обследование и уже непосредственно 14 июня торжественно сделать первый донор. Да, если это первичный донор, да, то есть им желательно прийти, но вот уже, получается, нужно было сегодня прийти. А 13-го не работаете. 13-го невозможно. Вы говорили просто да, за один 13, день. Да, конечно. 13 числа все первичные доноры могут подойти, сдать анализы. И если все хорошо у них, 14 числа в торжественной атмосфере отпраздновать Всемирный день донора. Ну и в преддверии Всемирного дня донора, конечно же, хотелось бы от себя лично и от всех сотрудников Центра крови, от людей, работающих в системе службы крови, поздравить всех доноров, всех людей, которые когда-либо пришли и сдали кровь, с их днем, с праздником. Пожелать им крепкого здоровья, дальше помогать людям, всегда быть такими же отзывчивыми, и чтобы всегда были успешны, чтобы все у вас получалось. С праздником! Да. Ну что, спасибо большое, Андрей Николаевич. Заканчиваем на сегодня нашу программу. Сегодня мы говорили о донорстве крови. И в гостях у нас был главный врач Кировского центра крови Андрей Николаевич Тарасов. Спасибо большое. Спасибо. Приходите к нам еще. Обязательно. Спасибо. Слушайте доктора. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.